Так, мы сейчас посетили. Ну повернитесь на меня-то. Я снимаю как уже. Как его зовут? Иосиф Виссарионович. Вил? Иосиф. Иосиф, я вижу. Виссарионович. Так, это вот сейчас у нас перед Кремлевской стеной могилы наших слуг народов. Иосиф Сталин и другие руководители нашей страны. Только что мы побывали вот здесь вот. А тут наш дедушка Ленин. Да. Посмотрели на дедушку Ленина. Запомнили, какой он? Нет. Как нет? Тогда заново сейчас придется пройти. Может, задний ход можно сделать? Не, нельзя. Так, вот мы видим, у Сталина какие-то цветочки свежие есть, а у всех остальных только пластмассовые. И там у кого-то. Пойдемте еще поснимаем, кто там. Это у нас Калинин, народный староста Калинин, Андропов, тоже КГБист, такой же, как Путин, Дзержинский, это самый главный чекист, расстрельщик. Это уже Брежнев как-то. Так, это вот посвистели этому человечку, который зашел, куда заходить не полагается. Сразу его привлекают к порядку. Так, вот у Брежнева цветов много. У Брежнева любит народ. Так, это кто? Свердлов. Свердлов народ не любит, только пластмассовые цветочки. Фрунзе. Фрунзе умер на операционном столе. При загадочных обстоятельствах. Жданов. Ворошилов Клим. Кавалерист. Ощущение, конечно, есть. Будённый. Черненко. Это Красная площадь. Тут будет каток, да, судя по всему? Это исторический музей. Работы ведутся полным ходом. Это Лео. Это Максюндис. Это собор Василия Блаженного. Это у нас Кремль с часиками. С часиками. Спасская башня называется. Этих башен, по-моему, 12. Это исторический музей, который Лео не понравился почему-то. Так, а где Папунди? А это Папунди с Максюнделем. А это Лео наш. Внутри Кремля тут.